Подъем! Эдуард Калашников, у нас есть постановление о вашем задержании и обыске в вашем доме. Покойте. Я тебе доверял. Нашел. Тань. Я уже все рассказал тогда и даже подписал протокол. Да-да, просто несколько уточняющих вопросов. Вы сказали, что настоящий Эдуард Калашников умер почти 30 лет назад от пневмонии. Точную дату не помню. Уничтожил документы об этом. Он был сирота, воспитанником нашего интерната. Ему было около 16 лет. А вы в то время были замдиректором этого интерната? Да. В это же самое время я познакомился с Михаилом Пашаевым. Он снял у меня дачу. Михаил Пашаев сам сообщил вам свое настоящее имя и название родного города. Ельчанск, верно? Да, Ельчанск. Небольшой курортный городишко. Вы сказали, что он бежал оттуда, потому что был чем-то напуган. Но вы не знаете, чем именно. Он хотел сменить имя, начать жизнь чистого листа, забыть о прошлом. И вы ему помогли? У него были деньги, а у меня мертвый воспитанник. И разница в возрасте была небольшая, 5-7 лет. Я совершил такое, о чем сейчас сожалею. И готов понести наказание. Думаю, вы уже знаете, что срок давности вышел. Большое спасибо, что все рассказали. Лучше позже, чем никогда. Скажите, это он маньяк, убивший тех людей? Это все не имеет смысла. Все. Все, что вы делаете, все, что я делаю, это все не имеет никакого смысла! Я вас прошу, вы успокойтесь. Если вы ответите на мои вопросы, вы сами себе тоже поможете. Вы поймите, что в суде учитывается чисто сердечное признание и раскаяние. Вы не понимаете. Даже если я никого не убил, я все равно виноват. Я должен понести наказание. Должен. Мы все должны заплатить за то, что сделали и не сделали. Что, он молчит? Да ведет себя как псих. То ему в углу кто-то мерещится, то кричит, то плачет. Говорить отказывается. Ясно. Я сделала запрос в Ельчанск. Надо поговорить с его дочерью. Хорошо. О, Татьяна, Павел. Мои поздравления, блестящая работа. Спасибо. Ну, я думаю, что не только мы, весь наш город вам искренне благодарны. Это точно. Когда нас покидаете? Расследование еще не закончено. Ну,
Убийца уже пойман, остались только формальности, с которыми Павел справится самостоятельно. Разумеется, вашему начальству я сообщу, что только благодаря вам... Расследование еще не закончено. Возможно, он невменяемый, и нам потребуется заключение психиатра. Засимулирует. Это тоже может быть. Ну, а ты как думаешь? Ну, мы провели расследование вместе и закончим должное вместе, включая все формальности. Похоже, Татьяне понравился наш город. Ну что ж, заканчивайте, только не тяните. Прокуратура уже готова идти в суд. Так, покунем. Спасибо большое за поддержку. Да не за что. Ты не должна быть одна все время. В каком смысле? Не должна бороться одна. Здрасте. Здрасте. Как вы? Как в страшном сне. Я не могу проснуться. Проходите. Спасибо. Ваш отец отказывается сотрудничать со следствием, не отвечает на вопросы. Это большая проблема для нас и для него. Вы понимаете, что рано или поздно мы выясним все, что нас интересует, но в этом случае вашему отцу никто и ничто не поможет уже. Чего вы хотите от меня? Поговорите с ним. Я не могу. Я хотела к нему пойти, но я не знаю, что ему сказать. Нужно донести до него простую мысль. Важно, чтобы он не только признался в преступлениях, но и рассказал подробности. Чем это ему поможет? Ну как, срок, условия содержания и совесть, в конце концов. Кто твой адвокат? Я от него отказался, я ему не верю. Я тоже не верю полиции. Но адвокат — это другое, слышишь? Он тебе нужен. Ты расскажешь правду? Кому нужна эта правда? Мне нужна эта правда. Посмотри на меня. Я имею право знать. Очень давно я совершил одну ошибку. И я должен за нее заплатить. О чем ты говоришь? Ты убил маму? Нет, я никого не убивал. Но я виновен. И я готов в этом признаться. Почему ты на фотографии подписан как Миша? И кто такая эта Маша? Маша. Маша Узденова. Я виноват перед ней. И перед твоей мамой тоже виноват. Я вас всех недостоин. И жить недостоин. Забудь меня. Уведите меня. Уведите меня обратно в камеру. Встать. Пошел. Что он вам сказал? Что у него нет адвоката. Это вообще законно? Есть у него адвокат. Госзащитник, бесплатный. Только ваш отец не хочет с ним разговаривать. А я могу поговорить с этим адвокатом? Да, конечно, вы можете поговорить. Вот. Что ваш отец сказал насчет убийств? Что он никого не убивал. Она ему сказала, что признается во всем, но этого недостаточно. Что вы от меня хотите? Он отказывается со мной говорить. Я не знаю, что делать. Для начала вам нужно поспать. Когда вы последний раз спали? Вы могли бы заснуть, если бы знали, что вашего отца обвиняют в убийстве?
Если ваш отец не поймет, что мне можно и нужно доверять, мне будет очень сложно защищать его. В его деле очень много белых пятен. Вы читали его дело? Конечно. Следствие предоставляет мне материалы, не все, но основные. Как его настоящее имя? Я не могу обсуждать его дело. Я его дочь. Даже с членами семьи. Если вы читали дело, вы должны знать, что убили мою маму. И отца подозревают в этом убийстве. Да, мне очень жаль. Но... Просто скажите, как его зовут и откуда он? Михаил Пашаев. Из Ельчанска. Давай уже. Думаешь, что она знает что-то про отца, но не говорит? Да нет. Таня, я хочу пригласить тебя вечером погулять по городу. Ну, показал красивые места бы тебе. Чего? Ну, на пару часов отвлечемся от работы. Звучит как приглашение на свидание. Так и есть. Ты пойдешь со мной на свидание? Ну, если не хочешь, я пойму. А вечером во сколько? Алин, с меня хватит. Ты стала одержимой его невиновностью. Правда, ты ведешь себя неадекватно. Я хочу, чтобы это все закончилось. Это все закончится тогда, когда мы в Москву уедем. Мы, а не я один, понимаешь? Я тебя очень люблю. Я беспокоюсь за тебя. Прошу тебя, давай уедем, а? Уедем и забудем весь этот кошмар. Ты все, что у меня есть. Уедем? Не оставляй меня одного. Хорошо. А когда развелся и остался один, ты не поверишь, было страшно. И я после работы допоздна гулял по этим улицам и просто смотрел на людей, ну, чтоб не чувствовал себя одиноким. Ну, почему? Поверю. Я раньше тоже очень боялась одиночества. А потом привыкла его не замечать. Знаешь, мне кажется, человек может привыкнуть ко всему. Ну, не знаю. Мне кажется, одиночество – это единственное, к чему я никогда не смогу привыкнуть. Я однажды хотел завести какое-нибудь животное. Не, ну правда, чтобы было с кем поговорить. Неужели у тебя совсем нет друзей? Ну, я имею в виду не этих из-за дела, а настоящих. Да есть, конечно, только времени на них нет. С нашей-то работой. Ну да. Иногда не позвонишь, а уж встретиться. Скажи, ты не думал что-то изменить в своей жизни? Что, например? Сменить работу? Да нет, почему? Кроме работы есть и другие ценности. Кроме работы у меня ничего не осталось. В Юличанский архив до сих пор не оцифрован, поэтому я не знал ничего об этом деле, когда искал что-то похожее на наше. Ладно, я слушаю. 30 лет назад в Ельчанске произошла серия убийств. Убивали женщин на пляже. Убийца душил своих жертв и связывал им руки. Однажды убийцу задержали, им оказался некий Егор Шуст. Задержали не с поличным, а на основании косвенных улик. 30 лет – это большой срок. Единственным свидетелем по этому делу проходил Михаил Пашаев. Он же Эдуард Калашников. Да? Ну, ну. В последний момент Михаил Пашаев отказался от своих показаний. Шуста отпустили. Вскоре после этого Шуст совершил еще одно убийство, и на этот раз его взяли с поличным.
На допросе Шуст признался, что запугал и подкупил Михаила Пашаева. Местные жители, узнав об этом, подвергли Михаила Пашаева травле. Об этом есть его заявление, что он опасается за свою безопасность. Но хода этому заявлению не дали, его продолжали травить и преследовать. Ну, выходит, этот Пашаев Калашников-то попросту сбежал. Он приехал в Погорск, и здесь ему подвернулась возможность сменить имя и начать жизнь с чистого листа. Илья Кольников, будучи замдиректора интерната, выдал ему документы умершего воспитанника. В 90-е тут был бардак. Никто ни за чем не следил, поэтому они провернули все без особого труда. Ну, это ясно. А что этот убийца, как его, Шуст? А он получил 18 лет, через 3 года умер в тюрьме. Выходит, что этот Пашаев Калашников всю жизнь мучился, и эта вина свела его с ума, и он стал сам убивать, все понятно? Пока еще ничего не понятно. Почему? Ну, потому что много вопросов. Непонятно, как убивал. Хватит почему? Уже вопросов. Назначьте ему психологическую экспертизу и все, и закрывайте дело. Послушайте, вы все дела здесь так проводите? Неудивительно, что у вас здесь бардак. Извините, что отвлекаю. Там пришел Денис Мезенцев. Хочет сообщить что-то по делу Калашникова. Я поговорю с ним. Извините. Татьяна, задержитесь на минуточку. Значит, считаете, что у нас бардак? Я убедилась в этом в первый же день, когда познакомилась с вашим судмедэкспертом. Ну, где я возьму столько высококлассных специалистов? У нас же не область. Люди стремятся не к нам, а отсюда. Непременно укажу это в отчете своему начальству. Вы так все время говорите о своем начальстве. А мне интересно, что скажет ваше начальство по поводу неуставных отношений между сотрудниками? Не поняла этого, о чем? Ну, о том же, о чем и вы. Я тоже могу написать кое-что вашему начальству. Ну, например, о том, что вы приехали сюда не расследование вести, а крутить шашни с местным коллегой. Моя личная жизнь не имеет к работе никакого отношения. Это не ваше дело. Конечно, конечно. Нет, Паша хороший парень, он заслуживает карьеры. Хочет использовать вас как трамплин. Какой еще трамплин? Он написал прошение о переводе в область, видимо, заручившись вашими рекомендациями. Или нет? Когда вы видели Алину в последний раз? Вчера около 6 вечера. Мы договорились в Москву уехать сегодня, но она не пришла. Я волнуюсь, как бы с ней чего не произошло, как бы не натворила чего. Что, например? Не знаю, боюсь даже подумать. Мы поищем ее. Что-то еще? Да, я, конечно, не должен был этого говорить, но в ту ночь, когда была убита домработница, это покидал дом. Откуда вам это известно? Ну, в ту ночь шел дождь, а с утра Алина увидела его мокрую одежду и грязные ботинки. А нам она сказала другое. Я знаю. Солгала, чтобы не подставлять отца. Вы понимаете, что вашу невесту теперь могут привлечь в задачу ложных показаний? Сейчас для меня самое главное — найти ее и убедиться, что все в порядке. Извините, пожалуйста, а Мария Узденова?
Она тут уже давно не живет. Она переехала, по-моему, в другой район на Королева 27, поближе к детям. Королева 27, спасибо. Королева 27. Да, я запрашивала пеленг Алины Калашниковой. Где? В Ельчанске? Нет, это все, спасибо. Пообедаем сегодня вместе? Пообедаю в гостинице. Тань, что случилось? Тань! Здравствуйте! А вы Мария Узденова? Здравствуйте. До брака была у Узденова, да. Можно с вами поговорить? А вы кто? Меня зовут Алина. Я дочь Михаила Пашаева. Проходите. Спасибо. Пашаеву, то есть Калашникову, стало плохо. Его в больницу отвезли. Что с ним? Ну, пока не ясно, возможно, пищевое отравление. Можно поговорить с тобой? О, друзья мои, мне нужен протокол допроса Алины Калашниковой, в котором она утверждает, что ее отец был дома в ночь убийства Никифоровой. А можно поинтересоваться, зачем вам нужен этот протокол? Ну, потому что я хочу посмотреть, можно ли ее привлечь в задачу ложных показаний. А почему вы считаете, что ложные показания дала она тогда, а не ее жених сейчас? Ну, потому что у него на это нет причин. Протокол у меня. Я найду. Угу. Подожди. Что происходит? Ничего, твоему шефу нужен протокол. Нет, почему ты изменил свое отношение ко мне? Я сделал что-то не так? Выбрал не тот трамплин. Тогда интернета у нас не было. Власти ничего не рассказывали. Ходили только слухи по городу, что людей убивают. Страшно было. Ты даже не представляешь. Представляю. Потом убийцу поймали. И он то ли запугал Мишу, то ли подкупил. Все об этом узнали. И весь страх людей превратился в ненависть. У последней жертвы, туристки из Москвы, остался муж. Он организовал травлю, пытался убить Мишу. Как же его звали? Терещенко. Фамилия его была Терещенко. Терещенко. Да, вскоре после этого Миша исчез, а Терещенко еще несколько лет приезжал сюда. Все искал его. Опрашивал людей. Извините. А где вы найти этого Терещенко? Ему помогал один из местных. Родственница его тоже была убита. Могу поискать его адрес. Поищите, пожалуйста. Это очень важно. Я попробую. Мы сделали анализы. В его крови присутствует андроленокорцитрофин. Это наркотик? Галлюциноген на базе амфетаминов. Но он утверждал, что не принимал наркотики. В его сознании сейчас реальность смешивается с фантазиями, и я не стал бы особо доверять тому, что он сейчас говорит. Мы его тут почистим, завтра ему будет получше. Но, возможно, и ломка, если он провел на системе слишком долгое время. Ясно, спасибо большое. Да, алло. Татьяна, ты там уже всех достала. В смысле? В прямом смысле. От начальника Погорского УВД на тебя рапорт поступил. Что ты затягиваешь расследование. Скрываешь данные. От УСБ я отбился. Но если он не уймется... Уймется. Скоро я уеду отсюда и перестану его раздражать.
Но на завтра мне нужен криминалист. Какого черта ты там торчишь? Вы же взяли убийцу. Пришлете кого-нибудь завтра с утра? Хорошо. Я что-нибудь придумаю. Тогда еще была милиция, а не полиция. Я работал в патрульно-постовой службе. Связи кое-какие имелись. Пашаева мы долго искали. Вместе с Терещенко? Терещенко все свои сбережения потратил на поиски Пашаева. Пил много. Я когда его последний раз видел, он с трудом на ногах стоял. А когда вы его последний раз видели? Ну, это лет 15 назад. Он приехал сюда, сказал, что нуждается в моей помощи. А вы? Я сказал, что меня это больше не интересует. Много времени прошло. Все забылось, да и у меня же семья была. У Терещенко осталась только ненависть. Господи, он этого Пашаева ненавидел больше, чем убийцу самого. А Терещенко уехал, когда вы ему отказали? Он сказал, что продал свою московскую квартиру и переехал в Погорск, поближе к Пашаеву. Дал мне свой адрес на случай, если я передумаю. Но я не передумал. А вы помните адрес Терещенко в Погорске? О! Ну, я так и не понял, а где протокол-то? Я его потерял. Виноват. О как! Сам потерял или кто надоумил? Сам. Ну, молодец! Выговор тебе обеспечен. Логично. Я тебя в самом деле не просила, отдай ему протокол. Не отдам. Этой девочке и без того досталось, чтоб на нее еще вешать ложные показания. Можешь подать на меня рапорт. Я подумаю. Да, Денис. Господи, Алина, где ты? Прости, была занята. Я дома, прости, что не отвечала. А ты где? Я в гостинице. Выезжаю за тобой. Слушай, мне кажется, я нашла убийцу. Он живет здесь, в Погорске, недалеко от папы. Thank you.
Денис, я нашла убийцу. Это муж последней жертвы ильчанского тушителя. Его зовут Олег Терещенко. Он следил за моей семьей и... Да, Наталья Терещенко. А, муж Олег Терещенко. Сын? Какого года? Ага, ясно. И прописка. Да, спасибо. Готово? Да, в алкоголе, который мы забрали на посуде, найдены следы адренокантитрофина. Спасибо. Не за что. Всем виноват. Кто оставил меня без мамы? Он только об этом и думал. Он с ума сошел и тебя с ума свел. Не, не сходил он с ума. Просто у него была цель. Ведь он нашел твоего отца. Я тогда только школу закончил, а он купил здесь дом. Но папа ведь он уже слабый был, не успел отомстить. Но у него остался я. Это ты убил маму. Ты убил Люсю и всех этих женщин. Ты следил за нами. Ты их всех убил, чтобы папу подставить. Не, не просто, чтобы подставить. Я хотел, чтобы Пашаев прошел такой же ад, как мы с папой. А ведь я хотел сначала убить только его жену, ну, твою маму. Но когда у твоего отца оказалось алиби, пришлось придумать новый план. Сложнее, конечно, но красивее. Это ты подбросил фотографии. Ты убил лапку. Так она же моя. Да черт с ней, с этой псиной. Ты зацени масштаб, а? Мне столько привычек пришлось поменять, чтобы познакомиться с тобой. Я реально стал другим человеком. Да, Денис Мезенцев. Он у себя, вы не знаете. Уехал днем, был взволнован. Ясно, спасибо. Значит так, телефон Алины Калашниковой пеленгуется в Камышовском районе. Таня, что случилось? Денис Мезенцев на самом деле Денис Терещенко. Его мать – последняя жертва ильчанского душителя. О, черт. Так это он. Где это Камышовский район? Ну, там, где выезд из города, ну, выезд прямо на трассу. Там старая ферма. Поехали. Нет, только не сейчас. Только не сейчас. Ну, заведись ты! Нечего было пить его коньяк. Я сначала только в бочонок с вином подмешал. Но он же пьет, как конь. Куда ты меня везешь? А тебе не все равно, где повеситься, а? Как ты можешь жить, зная, что твой отец маньяк? Такой позор. Денис,
может иметь при себе документы на имя Дениса Мезенцева, либо на имя Дениса Терещенко. Может быть вооружен. Вероятно, у него есть заложница, которая угрожает опасности. Девочка моя, так я и знал, что ты какую-нибудь глупость совершишь. Даже просил полицию тебя найти. Но ты права, им плевать. Денис, не надо, пожалуйста. Наверное, так же моя мама говорила, когда ее убивал тот, которого отпустили из-за твоего отца. Как без тебя жить-то буду? Привыкать? Никого. Все, давай, поехали. Черт, ну заводись! Я знаю, короткий путь. Давай. За мной. Я сказал бежать в другую сторону. Слушай, ну нарушу приказ, ничего. Можешь на меня два аэропорта подать. Давай вызывай скорую, это свое братство. В вашей квартире в Москве обнаружен цифровой фотоаппарат с оригинальными снимками Алины и Елены Калашниковых, а также Михаила Пашаева. Как вы можете это объяснить? Также у вас была найдена катушка с остатками лески, идентичной той, что была на жертвах. На вас зарегистрирован золотистый Зитракс. Его нашли в гараже вашего коллеги. В машине нашли отпечатки пальцев Анжелики Голиковой. Это девушка, которую убили полтора года назад, и которая все это время пролежала в земле? Ее много раз задерживали, поэтому отпечатки есть в базе. В багажнике нашли 8 граммов адренокортитрофина. Как вы можете все это объяснить? Ну, я так понимаю, что ваш подопечный, он отказывается от дачи показаний, да? У меня только один вопрос. Как там Алина? Жива. Ваш папа пока еще в СИЗО под следствием. Это из-за фальсификации документов. Но его тоже скоро отпустят. Останки жертв выдадут родственникам в течение нескольких дней. Thank you.
Алина. Можно я побуду с мамой? Ладно, конечно. Приветствую. Алина там еще? Я тогда потом, наверное. Хотя, наверное, вообще зря пришел. Зачем пришел-то? Зачем? Прощения попросить. Я такого наговорил. Про покойников так нельзя. Я Алинку цеплял постоянно. Короче, простите меня, лады? Ну, и ты меня прости. Так это ты меня. Ну, ничего. Значит, правильно. Нет, неправильно. Я продал Косте свою долю в Эндре. Подписал все бумаги. Мне все равно. Деньги перечислил на счет Погорского детского дома. Ты простишь меня? Не сегодня, когда-нибудь. Таня, уезжаешь, не попрощавшись? Твое прошение о переводе подписано, я тебе больше не нужна. Вот это? Да? Да? Мне плевать на перевод. Эта бумажка ничего не значит, так же, как и твой бессмысленный жест. Тебя ждут в области. Если ты меня там не ждешь, я никуда не поеду. Ну, я поехала. Всего хорошего. Нет, подожди, ты никуда не поедешь. Пусти. Нет, я тебя не пущу. Паш. Я тебя никуда не отпущу. Всегда буду рядом.